А чё завтра прыгать идём, нет? Я ничего не знаю, давай, давай сейчас, надо санцурганом пройти. Это жизненно необходимо, блядь. Давай быстрее заходи, ебаный рот. Ты, кстати, знаешь этого чувака из второй части был? Пидор какой-то, мне похуй, как пропустить? Как пропустить? Это чувак из второй части, почему его не пропустить? Он как будто бы ему голод насрал какой-то, блядь, как говно выглядит из пластилина. Да это все китайцы, эти, которые ниндзя. Они все на ноги плачут. Просто воротка там какой-то, типа, вот это чудо какая-то, я же не могу отличить. Если их всех на лысо посреди, просто одинаковые все будут. Лёлики, Болик. Как пропустить их? Чё они какие-то все пластилиновые, блядь? У него волосы какой-то пластилиновый. У него типа да, смолой, блядь, обмазали, просто сидит, блядь, смоле вся. Да нет, а чё, это настоящий волос. Чисто игра вся на живых людях сделана. А почему в жизни у меня волосы не такие? Там просто Америка, там сыро, наверное. Вместо дождя клейка поет, наверное, или хуй стоит. You only needed two of us to bigger, so Donnie had to go. Why Donnie and not you or Matt? Oh, Matt and Black Hair will get out of fever. Enjoy the clip! Так ты чё там опять печатаешь-то? Ты пошли давай играешь. Ты скажи, да пошли нет, все нахуй. Типа, помощников типа написал, можно типа я у тебя куплю работу из магазина, да? Он напишет там. Superpowers, and plus it had some of my best one-liners. Oh, I'm with you, man. I love my good zingers. That's not surprising. This is the area. It's not what it sounds like. You have to admire that outfit. The fact that she agreed to wear it? Yeah, admire it. Юдами Доминатрикс Форд Кц. Сука, Форд Кцес. Убейте Доминатрикса Форсиста Кца. Форд Кцесиста. Нациста. Убейте нациста. Нана. Помнишь, Дима. Мана. Минус позвоночник, блядь. Просто пью, как он уебал. Это просто минус позвоночник, серьезно. Блин, они так падают, вот эти вот наши персонажи, да? У них там титановые кости, блядь, не знаю. Если даже не были суперсилы, они бы упали с такой высоты, вот этот толчок сделали, да? Они просто бы сдохли. У
какой-нибудь там селезенки разорвало, сердце лопнуло, блядь, и, не знаю, ноги просто выскочили, кости так чик-чик, и все. А вот такой ущерб был. Короче, блядь. Ё-моё. Погнали. Use device. Используйте девайс. Блин, надо еще английский язык учить. Ты знаешь английский язык? Так ты что там опять спать уж каешь-то? Как ты слышишь? Ты вибрацию слышишь? Ты чё? Как ты слышишь? Да мне этот Лорха сказал, что у меня заебись уши там. Можно в разведке хуячить. Работать. Кто сказал? Лор. Так иди. Я понял, блядь. Лор. Володный Лор. Знаешь, такой лорд Волан-де-Морт? Алло. Чё? Ты знаешь, что такое лорд Волан-де-Морт? Кто, блядь? Чёма? А, блядь, алло, нахуй. Так ты там алло. Говоришь через слой ваточки какой-то, блядь, через метровый слой ваточки. Ты знаешь, что такое лорд Волан-де-Морт, блядь? У тебя съели-еле услышал, нет. В смысле, блядь? Ты знаешь, что такое, окей, ты знаешь, что такое Гарри Поттер? Нет. Да не ебать. В смысле? В смысле, Гарри Поттер, блядь? Смотри, вот эту хуйню. Нахуй нужен. Да ну ты чё? В смысле, да это пиздец? Ты из какой галактики, парень? Мальчик, ты из какой галактики? Это то же самое, что знать, кто такой Путин, блядь, если ты в России живёшь. Да ну надо. Ну ладно, пофиг. Странно очень. Вообще, ты теперь не знаешь? Это странно, пиздос, слышишь? Это ненормально. Если ты живешь на планете Земля, и ты не знаешь, что такое Гарри Поттер, это вообще... Я не знаю. Просто ты в школе учился, ты учился там в техникуме. Андрюша. А, ты у эмулятора Android не скачал. И сейчас будешь типа на него скачивать эмулятор PS4. Да. Чё, блядь? Блин, у меня опять лаги какие-то, сука. Какие лаги? Ты чё? Тут перемотка включается. А, блин. Вижу, знак. Ну, поначалу какую-то лагаю. Она просто такая непредсказуемая, тут какая-то херня случается постоянно. То ли меня включит, то ли здесь. Хер пойми, наверное. Запутаться можно. Тем более с моим-то компом. Ладно. Блядь, ну а чтоб сейчас не вылетело, у нас тогда здесь вылетело. Не, сейчас не вылетит. Оно обычно улетает, когда мы проходим уже вторую миссию по счету. Сзади. Давай, иди включай. Вторая миссия. А сейчас, блядь. Как её убить-то? Сейчас она будет убиваться. Вот сейчас. Проект Доминатрикс.
Stop this now, and I will let you spend the rest of your lives serving. Oh, давай. Чё не давай? Убиваю. Не, он нас стреляет. Ты чё? Вот тебя выбиваю. Мешковый убийца. Бля, а вот. Бля, во. А, нет. Окей. That's it. Only one more level. You think at this point Dominatrix will run away or something? Well, if you had listened to my explanation instead of skipping the majority of it, you'd know the nodes are also keeping her from escaping the area. Oh right. One of your naughty librarian friend is wrong. What will you do if you fail? I offer you a chance to please me. Don't listen to her. Hang on. It did. It trapped her in a single body. No, I'm not exactly sure. Perfect. На конюшне прошли эту хрень.